Футболисты «Динамо» Барнаул отправились на каникулы с хорошими итогами года. А так, в первой половине 21-го команда стала седьмой в новой зоне Урал-Приволжье. Осенью добралась до группового раунда Кубка России. Вице-президент футбольного клуба Александр Суховерхов наградил главного тренера команды Александра Суровцева и пятерых футболистов грамотами и благодарственными письмами. Подготовку к весенней части первенства команда начнет с 10 января. Завершился 18-й краевой детский турнир по дзюдо. В нем участвовало 120 детей в возрасте 10 лет. По итогу больше всех медалей выиграл клуб «Витязь». После идут «Спарта», «Триумф» и «Ирбис». Еще в свое время президент краевой федерации дзюдо Иван Нифонтов говорил, что для победы нужно желание. Традиционные перед Новым годом соревнования прошли и по гимнастике на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Харахордина. Всего 100 спортсменов, но из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Омска и Томска. Без известных участников турнир не прошел. Один из них Сергей Найдин, участник последнего чемпионата мира в Японии. Он и Арина Ищук из Барнаула стали победителями в многоборье. Больше всех медалей завоевали спортсмены из Сибири. А теперь всех ждет заслуженный отдых. Дмитрий Дроздов, «День с толком».